прокуроры и сотрудники Следственного комитета Иркутской области сейчас занимаются еще одним инцидентом, в котором пострадал ребенок. В Балаганском районе на 9-летнего мальчика обрушилась часть заброшенного здания. Все случилось в поселке Тарнополь. Почему школьник оказался на неогороженной территории заброшенного детского сада без надзора, еще предстоит выяснить. Однако уже сейчас известно, что в результате инцидента ребенок получил серьезные травмы. В том числе у мальчика открытые переломы предплечья, бедра, таза, а также сотрясение головного мозга. В срочном порядке школьника доставили из Балаганского района в Иркутск. Сейчас пострадавший находится в реанимации. А по факту происшествия Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Прокуратура области также начала проверку. В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнения органов местного самоуправления, градостроительного и нового законодательства. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, органами прокуратуры контролируется ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту халатности.